В Рыбницком городском дворце культуры прошли архиерейские рождественские утренники. Около 100 маленьких прихожан Михаила Архангельского собора приняли участие в этом праздничном мероприятии. Уже в Рыбнице это стало доброй традицией. На следующий день после Рождества Христова мы уделяем время рождественским подаркам, рождественским делам это милосердие, дабы порадовать не только взрослых, но и маленьких ребят, прихожан, будущее нашей православной церкви. Воспитанники воскресной школы представили своим ровесникам и их родителям рождественские стихи, песни и поздравления. Каждый год мы готовимся к Рождеству, каждым годом новые сценки, новый сценарий. Дети готовят стихи, готовят песни. Новый год, как для детей, конечно, этот праздник, но в нас в воскресной школе дети ждут рождественские праздники. Всем приглашенным на рождественскую елку детям были розданы сладкие подарки. Но кроме подарков, девчонки и мальчишки получили заряд хорошего настроения и положительных эмоций. А для взрослых это дороже всяких сладостей. Мне Рождество нравится, потому что в этот праздник родился Христос Иисус. И мне нравятся там подарки, елка. Еще бывают некоторые игры в праздниках. И это мне очень нравится. Хочется сказать слова благодарности тем, кто организовывает, укрепляя таким образом наши христианские традиции, веру нашу. Большинство долгожданных праздников уже позади. И взрослые сделали все возможное, чтобы в душе каждого ребенка остались только яркие впечатления о зимних каникулах. Наталья Елисеева, Ирина Шлаева, Олег Слободенюк, Лик ТВ.